Эй, всем привет, друзья! С вами Александр, это канал Alex876Play. Продолжаем прохождение Uncharted. Потраченное наследие. Я не понял, почему нас кинуло сюда, когда мы вышли из этого тайничка. В прошлой серии мы нашли какое-то ожерелье, какой-то королевский рубин, который показывает, судя по всему, где будут спрятаны сокровища. Вот, если это будет работать не только здесь, но и, в принципе, во всей игре, там, в пещерах, в каменоловнях, там, на каких-нибудь башнях, это будет замечательно. Вот, если она работала только здесь, но это плохо, я не знаю зачем. Тогда это мы просто с вами потратили зря время. Вот, все, у нас осталась одна башня. Где она? Вот она, в конце, кстати, мы там были, но я что-то про нее забыл. Принц... Что? Я не пойму, где мартышки воют. То ли у меня дома, то ли в игре. В игре, конечно, воют, но... Так, не то. Такое ощущение, что у меня дома там что-то кто-то воет. Так, типа, подобие такое. Все, Ланька, погнали. Почему Надинка села быстрее меня? Алло. Надинка. Холодная тельдинка. Вот. Так. Башня-то... Хочу тебя спросить. Давай. Это важно. Спрашивай. Спрашиваешь. У вас с Натаном Дрейк строго деловые отношения? Опять Натанчик. В основном? О, боже. Но как? Как? Знаешь, не надо, уж кто бы говорил-то. А сам. И тот другой ублюдок из трастового фонда. У меня была цель, а они были средства. Но Дрейк? Он не так плох. Но он же всегда весь из себя такой умный. А, ну да, он ужасно раздражает, почти невыносим, но у него есть свой шарм. Было весело, пока не закончилось. Ну, если подумать, это главное. Хотя не могу не спросить, вы друг друга хоть немного слушали или просто говорили одновременно? Да ладно, не смешная шутка. Короче, маленько не туда приехали, судя по всему. Так, башня-то где-то она вот здесь должна быть. Если я ничего не путаю. Если я ничего не путаю, если я не ошибаюсь, потому что я уже здесь был. Как это мы так это... Не та башня, а я на какую смотрю? В смысле, погоди. Чего? Так погоди, вот она, чего вы мне гоните-то? Я же здесь был. Ну, точно не здесь. Все верно, блин, башня, башня. Только как туда попасть, теперь вопрос. Вопрос, зачем я сюда заехал? О, смотри-ка, работает. Я немного осмотрюсь. Я тут постерегу. А где? Она прям быстрее мигать начинает. Да куда ты? Офигеть. Прикинь, работает. Вот это прикол. Так, древний каменный сосуд. Ну, бляха, прикольно, конечно. Теперь можно, короче, сокровища не пропускать. А почему в Uncharted 4 путь вора не было такого? Фишка-то полезная. Чё ты там машешь? Так, мокрые майки не забываем в каждой серии. Уии. Да, отлично. Опа. Опа, я, кстати, не отключил залипание клавиши Shift до сих пор. Так, нам, по-моему, в другую сторону, вот туда. А может, мы сюда и не заедем? А может, и заедем. Кто это? Так, ну башенцы это вон. Так, а тут мы не заедем, да? Здесь, возможно, спуск. Окей. Какая подсказка-то? Да бляха, вот серьезно? Здесь? Что-то... Я немного осмотрюсь. Что-то вы... Я ж так теперь замучаюсь бегать все искать.
Да вы чё? Зачем я это взял? Шкатулка из оленьего рога. Рогали. Жалко, не открывается. Блин, а я теперь это, в смысле? Алло, а как я туда вернусь-то? Вот тебе на. Ну, здрасте! Ну все, хана, приехали. Ты можешь... Ну, башня, судя по всему, вот она. Но я не... Блин, а как это серьезно теперь это будет? Все, пора. В принципе, мы приехали. Во, Надинка. Надинка молодец. Что за звуки у меня сегодня дома? Так, Надинка приехала, отлично. Чё, тут ничего нету? Не верю, всегда за водопадами что-то было. А как звучит. Ух! Красота! Да нет, звук где-то был. Такой, знаешь, характерный звук. И нет ничего. Ладно, искупайся, Надинка. Так, а я запись-то включил. Да, я включил. Все, собственно, мы приехали, мы молодцы, мы ништяковы, мы все красавцы. Почему-то нет чемодана на этот раз. Гляди, трезубец Ганеша. Это я тоже в башне видела. Ганеша. Сокрушитель Ганеша, преград. Да. Кто туда залез? Здесь? Как инициативно. Не кричи. Ганеша был бы доволен. Меня там, это, отвлекают. Так, чё это? Потайной ход? Ну да ладно, ну тут проход, ты чё, блин, не можешь пролезть, и толстая, что ли? Да ты не толстая же. Да иди же, пассати же. Взяли? Пока нет. Идём кобру 8. Опять наши другалёчки. Чё ты меня? Пока можно, будем действовать тихо. Ну... Она, знаешь, беспонтова. Она же сквозь стенку не показывает. Бляха. Ну, хотя, да, наверное. Остальных все равно не видно. Пистолет издалека не убойный. Кто здесь? У нас тут потеря! Вот так бы подсвечивался. Мы здесь не одни. Да как не одни? Обыщем тут все. Давайте обыскивать, пацан. Не, ну он упал, чё вы, просто споткнулся. Ляха, вот не туда идет. Вот она вообще ниндзя, конечно. Так, куда тот? У Шапито велел. У Шапито? Пойдем сверху посмотрим. Так, где-то он там ходит, да? Он здесь по-любому же не одни. Ну, в принципе, как бы. Тихо! Во. Ну, как бы не... Блин, что пугаешь, Надинка? Дурилка. Да бляха, еще один. Чё-то не выделился. Хотя! А
Отлично. Ой, еще один. Б! Не кричи! Ну как? Что такое-то там? Как же у нее стелс-то прям так получается-то, а? Я прям... Не знаю, Нейтаном так не получалось. Натанчиком ни в коем случае. Я пытался, но не работало. А тут-то прям... Ну тут прямо как-то это... Она просто сказать прыгучая, дергучая... Бля, там еще... Дробовик! Внимание! У нас снова потеря! Мы знаем, что ты здесь! Не знаете, что ты врешь-то. Там он еще один. Где этот? Ой-ой-ой, не один. О, бабы жгут, о, бабоньки жгут, девчули прям вообще, нарасшатай. Да бляха, во сколько здесь? Но мне бы он того снайпера снять. Они, конечно, изрядно время тратят моё. Дай, дружочек. Похоже, тут что-то есть, не понял? Здесь, кстати, я что хотел все сказать. Здесь доработали выстрелы. То есть реально пушки валят. Двух там патрон. Кажется, мы всех уложили. Да мы вообще красавцы. Тут опять какая-то загадка. Думаю о том, сколько мы уже наделали ошибок. А я думаю о том, сколько раз нам уже повезло. То есть позитивно смотрю на вещи. Вроде как. Ладно, пойдем искать этот гигантский кран. Так вон там он, наверное. Каких ошибок-то? Что это? Мы столько перевалили. Не знаю. Тут их несколько. Да? Ну это типа как с фонтанчиками, нет? Гон такая, что это? Вот, не знаю насчет ошибок, а о чем я говорил-то? Говорил о том, что стрельба в этой игре, кстати, доработана наконец-то. Вот здесь мне прям нравится стрелять, потому что, ну, они помирают как надо. А в четвертой части, опять же, ремейк переделанный, ну там нихера не работало. Уж чё-чё, простите, там реально в голову стреляешь и все. Так, а мы, собственно, сюда пришли, да? Да, это новая загадасьон. Хм. Нет, не то. Чё не то? Не так. А как? В чем фокус? Ну, на кнопочку-то нажать. А что? Похоже на кнопку. Да я. Раз, два, три, четыре. Попробовать. Их пять штук. Ну, вы чё, серьезно? Ну, попробуем. Хороший звук. Одна из спиц в колесе повернулась. И? А я где остальные-то тебе найду? Ёк-макарёк. Я только две видел. Ну, одна вот здесь. А что насчет тебя? Два есть. А где третий? Во, вижу. Вот еще одно. Уже три. Смотри, трусы не порви. Так, три. Алло, а где еще две? Я больше не видел. Yeah.
Ну, если логично, их надо по порядку. Так, слоник, ты не подскажешь, где еще? Трупы одни. Ну, здесь загадки такие прям это. Так, я вон там был, да? Нажал. Так, ну здесь-то нету ничего. Надинка, ну ты бы хоть бы говорила, где они. Нашла. Опа. Осталось последнее. И где она? А как это надо было все умудриться заметить-то? Вы чё? Ты не знаешь, где последняя? Вот и я не знаю. А чё? Мне так внезапно. Внезапно. Чё-то прям внезапно у меня так внезапно. Так, тут нету. Отсюда мы пришли. Ну вот как, блин, сейчас реально спрячут. И фиг ты ее найдешь. О, нашел, нифига себе. Вот это прям и повезло. Последнее. Готово. Ладно, возвращайся к той большой штуке. Большой штуке? Ну, как это называется у археолога? Ну, пусть штука. Большой штуки. Чё? Это ж колесо. Это круг. Это замок, в конце концов. Какая большая штука. Надинка о чем-то так думает, не о том. Так. А откуда ты узнал, что получилось? Именно так? Это уж точно. Не, не получилось. Ну и что? Придется чё? Подлезть. Ну ладно. Ну вот все грязные. Надо принять душ. Сейчас кому-то ноги раздают. Почему тебе ноги не раздаю? Они реально такие грязные все. Фу! Я только тебя помыл. А, опять все грязные. Ой, чё маски, а? Чё это? Это отражение откуда? Куда? На стене. Чё? Мокрые стены. Вот наш кран. Да. Три зубец, пожалуйста. Так, ага, сейчас, погоди. Воу, так нечестно. Ну, что такое? Так нечестно. Я ж собрал. Чё не так? А, типа вот так должно быть, что ли? А-а-а. Больно. Это непрактично. Наоборот, он, короче, должен. Да я запутался уже. Погоди, а почему середина-то не крутится? Крутилась же. Чё за дичь? Это полностью крутит. Бляха. Ты сейчас серьезно? Так это ты никак не сделаешь.
Блин, замумудили? Нам умунили. Добрый день. Ганеша, Слоня. Давай, надо уже. Это Слоня! Хорошо. Не знаю, как у вас, Ганеша, а у нас Слоня. Ох ты ж, ёптель! Видишь, это рискованно. Чикаго. Больно. Да какой там? Достоинство, да, действительно, сломало дела. Ну вот, да будет вода. И теперь три. И чё? Давайте вы сами до туда едете. А у тебя неплохо получается. Чего, болтать? Быстро учусь. Один вопрос. Ведь ты могла бы заниматься чем захочешь. Зачем пытаться вернуть компанию? Ты серьезно? Мой партнер меня подло предал. Мой помощник удрал с деньгами. Дрейки сухими вышли из воды, а ты спрашиваешь, зачем мне моя компания? Да. Так он не упустила. Что допустила? Я он все не... это допустила. Он не ушел! Он погиб! Его придавило клеткой там или чем. А что за хрень ты все в руках вертишь? Это Ганеша. Игрушка от нервов. Она пришла по почте на наш австралийский адрес. Короче, нам пора идти. Пока Сав не обогнал. Давай, показывай на Динка. Конечно, у меня не раз бывали неудачи. А что делать? Поднимаешь себя за шкирку и идешь дальше. Я не люблю неудачи. А кто их любит? Бляха, ну вы серьезно, девчульки? А как это? Может, быстрый спуск? А правда, а как? Надинка, показывай давай. Дверь-то же заблокирована. Какие вы сильные-то вообще. Давай, держи хорошо только. Нормально, молодец, все. Отлично. Ага. Ага. Ладно, поищем выход. Последний платит за ужин. У меня сухпаёк. Зануда. Так в смысле, выход-то один. Только не надо говорить, что сейчас военные опять придут. Они реально тормозят. Нам движется противник. Ну ясно. Вот же, ёб твою мать-то налево. Братья, вы где? Караганде. Прочешите сектор. Возможно, Росс и Фрейзер все еще здесь. Выходите, покажите! Мы знаем, что вы здесь! Черт! У нас потеря! В голове у тебя потеря. Начинаем поиски. Начинай. Такой самый хитрый, да? Жучара, блин. Свали. Хитрожорый. У меня чисто. А у тебя? Так в смысле, что такой жирный-то? Охереть. Вот этот поворот. Да бляха. Может, вы отвернетесь? Отвернись, другалек. Танцует там, падла. Хераси такого жирного завалило прям. У них четверо собака осталось. И никто из них не хочет
отворачиваться. Кто здесь? Кажется, это они! Дерьмо! Вот они! Берегись, дробовик! Вроде у меня патронов нет! Козлина, а? Пусть такую отдачу вообще сделали. Все? Закончились? Спокойно. Теперь уж точно. Ты молодец, но с учетом обстоятельств. Каких обстоятельств? Спасибо. У тебя по факту нет боевой подготовки. Носишь, да, конечно. Кривое, не усвоила пока, что значит стрелять короткими очередями. О-о-о. И еще ты надела красное, отправляясь в джунгли. Ну серьезно. Че, бля? Ты же с ума сошла? Бляха, жалко пушку эту хорошую. Ну ладно. Была очень. Красный, говорит, не умеешь драться, блин, нихера такого кабана завалил. Завалила. А ты, блин, что сделал? Ни одного даже не пристрелила, не задушила, ни кунг-фу не сделала, ни панду. Ни манду, ни катманду. Где наш грузовик? Во. Так, сейчас будем вспоминать. Так, окей, зажали. Ага. А, отлично, я вообще теперь мастер. Вообще, видал, да как? То есть, короче, когда стрелочка появляется, надо туда резко давать, и все, и тогда будет ништяк. Так, и что у нас тут? Бля, не хочу гранатомет-то, серьезно. Он, во-первых, его очень мало, хоть он и золотой. Ладно, погнали, Надинка. Блин, сколько провозились-то? Вроде бы как бы нормально, вроде но... Вроде мы все нашли. Пойдем внутрь. Ага. Пойдем, да. По прямой сейчас, правда. Ители гуськи. Слушай, так или иначе, именно твоя репутация обеспечила тебе эту работенку. Да и деньги тебе наверняка нужны. Это да. Если честно, очень приятно для разнообразия поработать с женщиной. Хм, и не говори. Вот ты какая, а. Мало в бизнесе. Ну, а как я сюда попал? С оружием хотел пообщаться с главой. А узнав, что главный, это я, решил все. А, и ты что? Ноги ему сломала. Ух ты! Погоди, ты не шутишь? Я просто вношу ясность. Ух ты, Рос, это босс. Это просится на визитки. А ты не можешь просто уйти, продать компанию? Я в этом всю жизнь. У меня нет выбора. Да ладно, выбор всегда есть. Да, сейчас погодите, не трепитесь. Где я? Куда я? Что-то вообще малёха не туда. Ну ладно. Я что-то почему-то думал, что он здесь. Блин, они такие предсказуемые, реально. Очень предсказуемые, ребята. А, у, а! Согласен. На кочки наехали, так бывает. Чё за тупик-то опять? Да здрасте, что здесь, откуда тупиков-то понаделали? Не было же. А, ясно. А чё? А мне казалось, я здесь проезжал. Не, я по-любому здесь проезжал, просто все завалил, я так и знаю. Я так и знал, это они так всегда делают. Так, нам что по идее-то куда? Вот туда надо набраться или не туда? Скорее всего на мост, правильно? Или туда можно как-то подняться еще? Или только по мосту? Это вопрос, как я на него наеду. Заеду. А никак. Так, ладно, на этот мост можно заехать, но непонятно как. Сейчас еще 2 часа будем петлять, искать, как заехать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но мост явно рабочий. Так.
Так, это что, мост из лен? Опа! Где? Я немного осмотрюсь. Давай, удачи там. Так, не понял. И чё? А где? Ясно. Но по факту очень удобная эта штучка. Сосуд с гравировкой тыквенной. Но прикол в чем? Я не знаю, ну дадут тебе ачивку тыквенной, прикинь, с тыквы. Офигеть. Что ты собрал все сокровища. Ну, по-моему, мы в самом начале уже пропустили, потому что если следовать логике, что какие-то там мы не открыли, какие-то закрытые, и опять-таки в это время дают только здесь тебе эту штуку. Не знаю насчет. Ну, как бы она, в принципе, ну, нашел ты сокровища, нашел. Хотя о них, наверное, что-то будет рассказывать, спасибо, потому что... Вроде кто-то в четвертой части это мне говорил, вы писали, я читал комментарий, что там можно было про все вот это посмотреть. Нажать куда-то предметы, то ли не предмет. Возможно, все-таки это имеет какой-то смысл. Но я этот смысл не смысл, потому что я не посмотрел, я не прочитал. Вот. Да, я вот здесь был, кстати. А, ну я посюда и заезжал. А где сама пещера-то? А что так ярко стало? У меня сейчас монитор градусов. На 20 стал ярче. Ну, в смысле, не градусов, вы поняли. А, да, я говорил, что вот здесь как будто мост есть. Ну, тут по-любому смотри... Что это? Чего это? Чего это происходит? Смотри, смотри. Бляха, надо джип поставить. Там, походу, дырка, яма, ловушка. Вот так. Идешь? Да, иду. Идешь? И да, иду. Заставочка. Как красиво. Мне, короче... Сколько времени могло уйти на такую работу? Годы. Десятилетия. Хайсельские каменотесы были мастерами. И военачальники тоже. Ну да. Наверное, это сделано в память о победах над персами. А они были сильны. Это да. Но недолго. Ну, тем хуже для них, да? Знакомый рисунок. Этот рисунок совпадает с тем, что на диске. И что это значит? Не могу сказать. Но, наверное, стоит попробовать. Логично. А что они не сделали-то сами-то? Я не понял. Я думал, заставка кончилась, а она не кончилась. Станцуем? Давай, станцуем, да. Ты этот не сломай. Дерзко. Что это? Верю, что... Вот это неплохо. Это вообще замечательно, такого такие ворота. Такого я не ожидала. Готова? Да. Просто залюбовалась. Что это такое? Я тебе говорю, это дверь. И там, короче, была потайная. То есть, ты раз открываешь и выходишь, здесь наверняка какая-нибудь лесенка. А, сафари, джунгли. Что такое? Пугаете-то меня сегодня? Ой-ой-ой-ой. Притормоз. О мой гарабл, надо было говорить. О май чиз гарабл. Опять заставка. Я не пойму, кто идет, она или я. А вот и центр Халибиду. Последнее место хранения Бивни. Хлебни тут. Красиво.
Хлебеду. Хлебни беду в хлебеду. Чё в смысле? Кто играет-то? Я не понимаю, ты или я? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть? Чтоб в панику не пасть. Да. Корона. Какая корона? Это не от ветра. Ну, коронавирус, да, вообще-то от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня. Здесь и вошли персы. Здесь они остались. Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично да покажешь. Да он умер глупой ты, наверное. Его уж нет. Этот поезд ушел больше 20 лет назад. Ой, я же говорю. Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да. Идем. Да неужели? А, великая битва, да? Халибиду. Так. Да я тоже не Представь, верю. Сколько в это вложено работы? Каменщиков, инженеров. Да это вообще капец. Да. И работа их до сих пор жива. Так а это рабы. Конечно, рабы. Королю стоило думать о защите народа, а не хвастаться перед врагами богатством. Каким там корону увидели? Это же рабы все делали, по сути-то. Чего вы мне говорите-то? Их туда же и клали. В эти камни. Так, усю. Ганеши. Это еще какой-то Ганеши. Ты куда? Там что-то сверкает. Смотри-ка, что. Нашла лестницу вниз. Ну, сейчас, погоди. А я сокровища все нахожу. Нахожу сокровища. Так, Подуковый ларец для чая. Вот тебе здрасте. А вот тебе здрасте. Так, ага. Так, сейчас секундочку. Или не секундочку. Не, ладно, продолжаем. Просто в дверь звонят. И как будем добираться до короны? Вертолета нет? Дома забыла. Жаль. Ну, значит, придется лезть. Куда? А зачем сейчас прыгнули, собственно? Я, говорит, нашла лестницу вниз, но она оборвана. Оп. Здесь можно перебраться на веревке. Куда? Погнали. Ну, готово? Ты первый. А вопрос куда? Раскачайся посильней. Опа, отличненько. Да в смысле где? Ты куда теперь? Ищи, где подняться. Не понял, где это? Ну, Динка, отойди. Так. Кто не понимает, что куда это? Не здесь? А где? Так, погоди, а здесь-то что? Да я не то нажал. Бляха. Ну и она где-то, видимо, может наверху. А с толку-то сбивает прям это. И чё я сюда поднялся, зачем? Ищи, где подняться. Так, погоди, ну если мне интересно. Ты как поднялась-то? С
Смотри, под водопадами видны какие-то сооружения. О, точно. Так я рад. Короче, она где-то, извините, здесь. Но я здесь ничего не вижу. Но она где-то с этого боку, судя по всему. Но тут ничего нету, значит, где-то она наверху должна быть. Ладно. В заблуждение вводит отлично. Ну, полезли. Ну, полезли. Нет, не здесь. Да, вот оно. Ой, надо будет с толка сбивать, я же говорю. Так, кувшин с гравировкой. Оно, понимаешь, как бы все хорошо. Ты все находишь, но при этом ты будешь дергаться. Я куда лез вот сейчас? И чё? Спокойно. А ты чё стоишь-то, Надинка? Разучилась прыгать по камням? Ой-ой-ой-ой. Что ты там делаешь? Да ладно, я нажимал, если чё. Да хватит там, что ты делаешь. Не очень, понимаешь, что тут как-то сделано? Вот, вот этот момент. Наденька с ума сходит. Да прекрати, что ты делаешь? Ну не допрыгнула, короче, она. Молодец. Воткнула ножик, когда не надо. Ты где там? А, уже тут стоит, смотрит. Вблизи они еще держат. Сейчас подойдем. Ну, согласен, да. А, у него в голове типа это. Проход. Полетели. Так, вопрос куда? Вопрос зачем? Кто ничего понял? Понял что-нибудь? Я пока не понял. Вон туда мы не долетим. А куда? На скалу вот эту мы тоже не долетим. Точно не долетим, но... Ой! С этой штуки мы, походу, упадем. Нифига себе. Нифига, я даже не думал. Как это? И чё? А чё дальше? Надинка мешается, вот вообще прям толкается сюда. Не мешайся, пожалуйста, я тебя прошу. Давай сюда. А давай. Это безопасно? Нет. Ты все время спрашиваешь, и каждый раз я честно говорю, что нет. Да, я так... О, ё-моё, все, пятки в нос ушли. Это, в смысле, кстати, ну, совсем понятно. Небезопасно. Видела? Назад-то залезешь? Нет. Да. Ты иди, я догоню. Я вообще ничего не жму, она сама делает. Помогу. Водопадик. Ничего, справлюсь. Не выделывайся. Залезай. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говорила, Ганета, сокрушитель преград. Ага. Он поставит перед тобой преграду, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель Халибиду. А можно не запрыгнуть? Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно? Это круто. Короче, они пока говорят, она говорит, я не могу прыгать. Бляха, куда? Зачем? Я не хочу. И это правда единственный способ. Ага. Так а куда? Веселишься? Сама знаешь. Он туда, что ли? Она мне на него? А! Ух ты! Класс! Классно, да. А, и пяткой мне в нос заехал. Молодец! Весело? Самое
безумное не в то моей слово. Жизни. В хорошем смысле? Чё не это? Определилась. А, это пальцы с перстнями. Я думаю, что это такое? Блин, еще не все. Где у него корона-то? Так, ну здесь кусты непробиваемые. А тут что-то не хватило размаха. Есть. Большой, толстенький. Так, а чё? Ты молодец, подруга. Спасибо, молодец буду, когда до короны доберемся. Странно, что нет Осава. Он где-то не понял. Рядом, но наверху не столкнулся. Почему? Не понял. У него духу не хватит сюда залезть. Да, девчонки только отморозки могут сюда залазить. Я бы сюда точно не полез. Здорово. Какадушки. Так, и что дальше? От такого голова может закружиться. Тут вроде на дерево можно. Нет? Так, это что? А нет, нет, ничто. Вроде я вижу, откуда можно добраться до короны на веревке. Уже близко. А я не вижу. Да ну ёлки! Спасибо. Забирайся быстрее! Сползаю! Я ползу, ползу. Я не могу! Когда не ползет. Я не пойму, кто ползет. Я или она ползет. Все вечно у них тут разрушается. Опять красивые виды. Ветерок. Дунуло и упали. Ну как? Ой, не могу. Впечатляет. Ага. Да капец, тут остров огромный еще. Ну? И как теперь слезать? Да никак. Прыгаешь в воду и все. Да блин, вы серьезно, заставка закончилась. А как можно было вот такое не заметить, когда мы там ездили? А, ну да, у нас же вертолета-то нету. Так. Аккуратно. Правда? Когда ты сюда вернешься? Так, а что зачем аккуратно-то? Ага, все, погнали. Епикае! Ой-ой, больно. Прям в грудах. Ажа-жа-жа. Ой-ой-ой, чё это? Куда это? А я вижу корону. Ладно, а я не вижу корону. Тут вроде попрочнее. Не сглазь. Да тут непонятно, оно все введено белым. Кто-то... Блин, это что-то было-то. По-моему, кто-то писал, что еще в настройках можно это отключить все. Ой-ой-ой. Но если это все отключить, это, конечно, прикольно будет. Но... Пирсы любезно проделали для нас вход. Пипирсы? Кто такие пипирсы? В смысле, нам туда, что ли? Я что-то не понял. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был требушет. Чё? Требушет? А нельзя сказать катапульта? Как нормальный человек. Требушет, требушет. Это тип катапульты. Может запускать, да, тяжелые снаряды вроде этого. Далеко-далеко. На дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела. Как нормальный человек. Я не могу. Ой, Википедия. Тебя, говорит, в армии научили. Нет, Википедия. Вот это стёб, конечно. Вот они стебут, реально. Я вообще не могу. Ой, Википедию посмотрела. Готово. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а как там... Поразительно. Поразительно. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Друзья? Они тут сражаются. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Парашурама. Так, и чё, куда? Ну, ему так больше нравится. А мы будем сегодня раскачиваться? Нет, да?
Я думал, она покатится. А она не покатилась. Прикинь, да, мы сейчас забирались. Ой-ой-ой. Чё? Кто-то говорит. Ого. Они это всё прямо в горе высекли? Да ладно. Спокойно, спокойно, успокойся. Да он там мигает. Ну это не пропустить никак. Хотя, может, самые зоркие могли бы и пропустить. Кальянные чаши, представляешь? Они уже тогда кальян курили. Вот же какие. Вы нашли сокровища. А как... А, во. Фотки посмотреть. Ага. И все? А, кстати, девчуль-то я не фотал тогда, она сама вот это сфоткалась. Я же там не пошел туда, я прошел. Вот. Так, что я забыл, куда мы идем? Куда мы, зачем мы идем? Так, здесь тупик. Здесь. Еще сфоткать? А, ну да. Отлично. И чего? И куда? Ага. Е. Они забаррикадировали дверь. А нам туда, да? Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. А-а-а. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения. Ну, персы так-то, да, могучие войска. Ах, продули, прикиньте. Но у Индии тоже эти всякие боги бессмертные. Возможно, из-за этого и продули. А мы куда идем-то? Нырять? Я что-то не вижу прохода. Чего? Да, бляха, серьезно, а куда? Отсюда должен быть выход. Ну, логично, либо под водой, либо под скалой. Хотя не вижу ни там, ни там. Надинка, ты видишь выход? Ну, по идее, тут куда? Это же статуя. Мы внутри большой, огромной статуи. Ага, все понял. Спрятались. Что не так? Сюда. Я за тобой. Ты как-то жуется, интересно. Смотри. Ой-ой-ой. Оружие. Ты была права. Со мной бывает. Да не, это Википедия. Думаю, тут и персы, и хайсальцы. Первая линия обороны. Опять гробницы, бляха, взрывающиеся мумии. Мне в прошлый раз хватило. Ты хватит по костям ходить, они так шуршат. У меня аж мурашки по коже. Вот это уже что-то. В куче спрятали. В куче. Так, а челюсти из золота. Нифига себе, кости. Слоновьи кости. А, челюсть. Ни хрена. Нифига, у них коронки ей раньше были, прикидываешь? Золото. Вот это жесть, да. Вот это я понимаю. Вставил так вставил, что аж потом не выбить. Эй, тут еще одна дверь. Да, и нам пора заканчивать. Посмотрим. Сейчас зайдем, посмотрим. Даже работаешь? Ну вот. Да будет свет. Тут как будто склеп. Да, так и индуисты есть. Склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют. Красивая церемония. Антиишти. На санскрите последняя жертва. Антиишти. Тело – это сосуд, данный на время. Вижу. И его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим не повезло. Это перс. А, Ланька, давайте на этом закончим.
вот на этом самом огне здесь вроде тепло. Ну, не факт, что здесь миллион трупов, судя по всему. Наверное, жутко воняет. Но как бы по времени у нас, собственно, уже все. Обязательно продолжу в следующей серии, в следующей части. Полезем он туда. Там тоже он двое лежат на копьях. В общем, все пали, где лежат. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал, на паблик, инстаграм, телеграм. Всем пока. Пока.